Одним из самых страшных происшествий по праву считается пожар, ведь огонь способен не только уничтожить имущество, но и стать причиной гибели человека. Дети всегда находятся в группе риска, поэтому родителям стоит внимательно следить за своими отпрысками и не забывать рассказывать им о правилах пожарной безопасности, считают в Главном управлении МЧС России по Московской области. К сожалению, статистика по пожарам с участием несовершеннолетних неутешительная. В прошлом году на территории Подмосковья жертвами огня стали 20 детей, а в январе 2016-го в пожарах уже погибли 7. К счастью, в Щелковском районе трагических случаев не зафиксировано, но это не значит, что можно забыть о правилах пожарной безопасности. И здесь ответственность лежит прежде всего на родителях. По словам сотрудников МЧС, многие взрослые просто забывают рассказать своим детям об элементарных правилах безопасности. Тем не менее, каждый ребенок должен знать, как общаться с различными бытовыми приборами, если никого из взрослых нет рядом. Как банально не звучит, да, но спички детям не игрушка. Аккуратно, чтобы дети эксплуатировались. Электронагревательные приборы, газовые приборы. Особое внимание родителям нужно обратить и на детские шалости. Ни для кого не секрет, что одним из любимых развлечений детей является пиротехника. Тем не менее, запускать фейерверки без надзора взрослых очень опасно. Несмотря на то, что новогодние праздники прошли, но тем не менее, эта продукция продается. Она зачастую, конечно, сертифицирована, имеет все соответствия. Ну, бывают случаи контрафактных изделий, бракованных. Если возгорание все-таки произошло, ребенок должен знать, как спасти свою жизнь. Детям не следует бросаться на тушение огня самостоятельно. В первую очередь, конечно, попытаться правильно покинуть помещение, закрыв за собой дверь, если произошло, потому что ребенок один вряд ли справится. Тут он должен понимать, что ему самое главное эвакуироваться и сообщить об этом взрослым. Если же выбраться из помещения не удается, необходимо выйти на балкон или открыть окно и привлечь внимание прохожих. Знание этих простых правил могут помочь спасти не одну жизнь, поэтому сотрудники МЧС настоятельно просят всех, и детей, и взрослых, неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности. Ведь проще не допустить пожара, чем его потушить. Мария Смирнова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».